Всем доброе утро! Пока я готовлю детям завтрак, немного расскажу о Бухаресте. Вы знали, что Бухарест – это в первую очередь город парков? Здесь их огромное количество. Сегодня в видео мы покажем, какие парки Бухареста нам нравятся больше всего и почему. Ну и о завтраке. Вы уже поняли, что это будут такие своеобразные тосты с сосисками, с яйцом и с помидорчиком. Все очень просто. Яйца разбиваем, взбиваем их. Солим, перчим по вкусу. Мелко нарезанные помидоры добавляем сюда и всю эту массу аккуратно ложкой заливаем в наш хлеб. Немножко пошло не по плану и вытекло за пределы хлеба все. Не должно вытекать, потому что сковородка такая не очень для этих тостов. Посыпаем сыром тертым, и все, наш сэндвич готов. Пришли, потому что у нас есть ваучер на этот магазин. Это магазин спортивной одежды. Алиса тут уже выбрала себе что? Ну, начинается, да? Так, мы уже тут навыбирали. Алисе одежду, Тае одежду. Сейчас еще зайдем в Ашан, а мы сейчас в Пепко. И это. Никак не можем, скажи, потратить все деньги. У нас получается по 400 лей на ребенка. Итого 800, а мы набрали, наверное, на 100 с чем-то всего лишь. Мама, ну, это возьму, хорошо. Все, идем. Теперь мы перешли в Ашан. Сейчас еще здесь посмотрим одежду. Самая малость из того, что же мы купили. Обновки. Захожу на кухню, это как белка, Анаисты. Как ты вылезла на холодильник? Наоми, ты как туда залезла вообще? Ужас, как высоко. Как можно было туда засунуться? Как мы с Таей ходим по игрушечному магазину. Не, ну я себе взяла для коллекции, а вот это Ализе, наверное, можно. Выбрала? Не знаю. Ну вот эту с синими волосами, с такими. А вот эту? Ну эту, наверное, нет. Сегодня мы идем в Крангаси парк на детские площадки. Алиса хочет. Сюда не могли дойти зимой, потому что холодно было, нам было лень. А сегодня такой теплый день, апрельский, и классно. Дамба наша, озеро, море. Очень люблю это время в апреле, когда все расцветает, эти запахи непередаваемые. Это, кстати, любимый парк Алисы. А все потому, что здесь очень много детских площадок. Сегодня день теплый. Сними ей куртку, Тай. Хороший парк, такой зелененький. Там еще есть одна площадка большая. Но там много детей, не хочу идти туда вирусы цеплять. Крангаси хороший район, парк, здесь этот озеро, море и магазинов очень много. Тая с тобой покатается. Держись! Что, вылазить будешь? Поймала себя на мысли, что какие бы красивые ни были парки в Бухаресте, наша родная Одесская трасса здоровья вдоль моря, безусловно, лучше всего. Все, мы вышли из парка. Зашли куда, Алиса? Макдональдс. А тебе нужна эта крышка, мама, или нет? Нет, а зачем она тебе? А я туда кетчуп вылила. А, хорошо. Мимо Макдональдса мы спокойно пройти не можем. В 1 километре от новой школы Таи. Вот такой торговый центр. И я здесь буду развлекаться 9 часов ближайших. Пока Тая в школе, я себе одежду выбираю в торговом центре. Жду ее уже 6 часов. Первый день у нее обучения. Гора тюльпанов по одному лею. В общем, пока Тая первый день в школе, я была
занята делом. Тащу такой тяжелый пакет. Купила на эти ваучеры на оставшуюся кучу одежды, Алисе себе купила купальник. Купила очень ценную вещь. Сейчас я вам ее покажу. Дойду до школы, машину открою, в багажник буду складывать и покажу. Вот такой ящик для Алисиных игрушек. Там одежда, которую я купила. Сегодня я была первый день в румынской школе, и маме пришлось меня все это время ждать в машине. И уже примерно второй час она решила, что пойдет куда-то посмотрит, что хотя бы рядом находится. И она нашла там магазин Пепка, и сейчас я покажу, что она взяла. Я еще сама не видела. Мама внесет поправочку. 8 часов мама ждала под школой. Ну, да. И обошла в округе все торговые центры, все, что рядом есть. Это коробка для игрушек Алисы, чтобы не было срача дома. Так, сейчас я достану по очереди, наверное? Да. А это кому? Это мне. Это купальник, это не трусы. Там от него. А это тебе. Спасибо. Это верх. Верх по отдельности, получается, продавался, да. Дальше, ну, носки. Носки, да, это бабушки и мне. Хорошие носки. Дальше. Алисе еще одни лосины с цветами. У нее уже одни есть с цветами, но такие более розовые. Маме купальник. Да, это верх от него. Алисе кофту, кстати, прикольная. Это ветровочка. Ну, мне она понравилась. Но это как ветровочка. Это кому? Тебе взяла. Спасибо. Мне понравилось, что там написано Танзания, она как Занзибара, Килиманджаро. Это у нас 146, и я обычно себе беру на 170 ростом. Ну, а это вот такая, не будешь носить, отдам Алисе, все. Расческу. Тебе расческу купила. Спасибо большое, а то у меня нечем уже... Меня... Потому что ты мою берешь. У меня 4 расчески есть, но они неудобные. Это Гене купила футболку. Вот я на такой размер вам себе беру. Вообще Генина XXL здоровая такая. О, сколько всего, конечно. Все? Алиса... Да, спасибо большое. Алиса наконец-то будет складывать игрушки в нормальные, а не раскидывать их по всему коридору. Ну, я эту коробку в Одессу отвезу, потому что там в комнате она уже накидала мелкого всего. Наоми смотрит мультик с Алисой. Алиса ее приносит, ставит рядом с собой или садит и заставляет смотреть. Закат над озером Мории. Выходные, и мы приехали в парк Чешмиджу, в центр города. И дождь идет, никого нет в парке, а мы одни идем гулять. А через час мне нужно забрать одной девочке из Одессы суши. Она делает самые вкусные суши в Бухаресте. И когда мы приедем в Одессу, будем заказывать тоже у нее, покажу вам. Она делает килограмм, недорого, и выглядят они просто шикарно, и они огромные. Идем. Вообще, вот людей мало, площадки детские все мокрые. Алис, не ходи, там все мокро. Там попу намочишь. Дождик весенний. Ну, что ты сделала, а? Зачем? Берет и прыгает в лужи с разбега. Не надо, Дос, ты вся будешь мокрая, Алиса. Вот почему в наших украинских парках нет такого количества скамеек. Пахнет? Нет, не пахнет. Ты грибочек под дождем, да? Раз, два, три! Опа! Хотя многие называют Чешмиджу парком, официально это все же сад, который спроектировал австрийский ландшафтный архитектор Карл Мейер в 1845-1860-х годах. Тогда здесь посадили более 30 тысяч деревьев, кустарников и растений, привезенных изо всех уголков Румынии. Ходит и нудит, говорит, мне скучно, что еще у тебя, какие проблемы? Хочу спать, Вася, кушать, спать и еще писать. Писать, кушать, спать, что еще? И плакать, и еще тихо-тихо купила иглу и посильный магазин, купи конфету и спать. Купить конфету и все, да? И вот спать. Все проблемы человека и спать.
Летом по глади искусственного озера скользят лодочки, а зимой озеро превращается в естественный каток, а рядом можно взять на прокат коньки. Ну зачем сорвала? Он бы рос этот цветочек. Он красивый такой. Дочь. Каруселька, как в моем детстве. Такая старая-старая. Раскручиваешь, и Алиса едет. Сейчас, давай раскатаем. Ужас, как быстро! Весело. Весело, да? Давай еще. Тай, не надо быстро, я боюсь. Смотри, какой мостик красивый. Мне нравится вот такая погода дождливая, потому что людей вообще нет и парк практически пустой. Мы приехали домой. Сейчас откроем суши. Доставай. Так, это васаби, имбирь. Здесь несколько сетов. Соевый соус, кубочка. И вот у нас сейчас такая красота. О. Здесь какие-то из них должны быть горячие. Сейчас я каждому в тарелочку положу. Это соевый соус, она так налила. Горячие вот эти. Класс. Будем кушать. Мам, я доедусь. Кипить тебя? Сложно представить, что в мире есть люди, которые не любят суши. Анаис. Анаис залезла уже в пакет из-под суши. Она умеет, видимо. Я больше не могу уже. Что ты сделала? Где ты это нашла? Покажи руки. Где ты это нашла? Да я ставлю на столе. Что это такое вообще? Какой-то торт красного цвета. Где ты это взяла? Что это? Краситель для яиц. Вы издеваетесь надо мной или что? Ну это краситель. Не, вы, по-моему, просто издеваетесь, мне кажется. Иди сюда, я буду тебя переодевать. Куда ты пошла? Сегодня мы приехали в парк Херострау, потому что здесь весенние ярмарки. Будем гулять. Херострау – один из самых крупных парков Бухареста. С Алисой в такие места только попади. Она хочет купить все – и попкорн, и кукурузу, и шоколад, и что-то еще. Желание загадать? Загадывай давай. Я ж тебя не раздену уже. Выходные еще и перед праздником. Людей очень много. Это одна глубина везде, да? Да. Алис, не лезь, потому что свалишься, хорошо? Нет. Загадать желание хочешь? В парке очень много различных скульптур, а в центре парка большое озеро, по которому можно проплыть на лодке. Есть также причалы и для парусных суден, а также водные велосипеды. Такое ощущение, что в выходные дни и в праздники сюда съезжается весь город, и есть огромная проблема с парковкой. Мы искали, где припарковаться минут 40. Это что, мне? Да. Спасибо. Спасибо. По вот такой дорожке можно обойти вокруг озера или проехать на велосипеде. Такая огромная кошмарная площадка, и я за Алисой здесь просто не успеваю бежать.
Киоски с едой и сувенирами повсюду. Для деток маленьких проводятся различные мастер-классы, и Алиса уже здесь рисует. Я даже не заметила, как она сюда уселась. Алиса нарисовала на ярмарке вот такой вот красивый цветок. Нужно, чтобы он высох, дать ему высохнуть. Алиса на художество. Да. Тихо. Не уроните тихо. Я его никогда не пробовала, поэтому я хочу попробовать. Кого? Bubble Tea. Может, это вот эта штука? Это вот такие вот шарики, да. Говорят, вкусно. Не знаю. Тая пробует Bubble Tea. Это какая-то гадость типа чая холодного, типа молочного коктейля с вот этими шариками внутри. Эти шарики, вот они на дне находятся. И когда ты пьешь из трубочки, шарик попадает в трубочку, и во рту у тебя раскалывается, из него что-то выливается. Такое сладкое. Очень вкусно. И вкусное. Ты кукурузу будешь кушать? Ты с Таей поделишься? Да. Хорошо. Тая, она с тобой поделится. Когда будем идти по дорожке? Когда будем идти по дорожке? Тая! Тая, ты что вообще? Сегодня мне было очень скучно, поэтому я по рецепту пытаюсь сделать сейчас мини-тортик. Да. Бисквит уже вроде пропекся, сейчас я пойду в магазин за сливками. Ну, класс! Далее. Какая красота! Будем пробовать твой тортик вечером, да? Нет, сейчас нет, Тая еще его не доделала, оказывается. Увидев те коржи, я думала, что это все, а оказывается нет. Посмотрите, какой красивый торт получился у Таи. Тая приготовила нам тортик. Вот такую красоту просто. Это черника? Это голубика. Голубика. Класс, молодец. Будем сегодня пробовать. Ты мне принесла попробовать эту вкусняшку? Класс! Смотри, что у нас с утра делается. Смотри, какой ветер. Несмотря на плохую погоду, мы решили прогуляться по Drumul-Tăbărei-парку. Его я показывала в одном из предыдущих видео о Бухаресте, когда к нам приезжала Ася. Оставляю ссылочку на этот парк вот здесь. Всем пока!